Так, всем добрый день. Сегодня делаем замену стиральной машины. В принципе, найди разницу. Абсолютно одинаковые машинки. Все у них одно и то же. Это работало неправильно. Что не знаю. Керкинг, не дэ, это почти не написано. Ну, в общем, 3 года этой машинки. Она постоянно ремонтировалась. Ну, первое, что кран. Сейчас отличный кран. Просто вращай, крути, ничего не работает. Ее даже возили, кстати, в гарантийный ремонт. Или не в гарантийный, а просто ремонт. Гарантийщики-то, я думаю, точно бы сказали об этом. Но слив у нее подключен очень низко. И ни один человек ей об этом не сказал. И все это время люди просто тупо ремонтировали эту машинку. Потратили, цифру называть не буду, огромную. Но слив переделать никто не захотел. Сейчас я эту полностью трубу уберу, она вообще валяется на полу, там будет грязь куча. Если получится, подниму там вертикальный слив до самого края. Если там будет 57-58 сантиметров, даже 55, то оставлю так, поставлю клапан. Если нет, то тогда здесь уже поменяю сифон. Под раковину слив сделаю через сифон. Единственное, если шланг появится, ну, не хотелось бы, чтобы поаккуратнее было. Ну, естественно, заменю этот кран, потому что так как сейчас не должно быть. Так, краник установлен. Здесь фирмарка. Вот этот вот. Один из редких экземпляров, который является оригинальным краном. Сейчас этот выкрутим, новый поставим. Но у них проблема, что ручки очень слабые. Момент истины. Ура. Удалять не буду, прям поставлю, у нее муфта хорошая, там наружная резьба сделана. Трубы ставят, кстати, не знаю, либо медная разводка, а медь, да, медная. Поэтому поставляем все как есть. Поехали. Так, вот так должен стоять кран. Никак не сюда, чтобы он не мешал машинке. Машинка уже гораздо ближе станет. С краном разобрались. Здесь, конечно, будет сейчас куча грязи. Так, фокус здесь не удался. Что-то я невнимательно все посмотрел. Это идет общая труба и от ванны. Поэтому заглушить пришлось. Здесь, к сожалению, обнаружилось болячка еще, что тройник треснутый. Ну, там даже маленький подтек был. Трогать это дело опасно, тройник надо менять, но это уже дело сантехника. Так, машинка, в принципе, уже подключил. Все у меня получилось так. Здесь тоже немножко
другое отверстие просверлил, чтобы шланг тут не висел. Здесь он не прошел. Здесь кусочек шланга еще появился. Это мелочи. В общем, все. Вот так это все дело будет выглядеть. Пусть работает.